Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор ивановского трикотажа из магазина Tiki Tex. Заказ интересный, оставайтесь со мной до конца. Посылка приходит вот в таком мешочке. Сейчас мы ее с вами вскроем. Ссылочку на интернет-магазин и на каждую вещь из обзора я вам обязательно оставлю. И по порядку будем с вами все рассматривать. Вот так тут все упаковано, компактненько, здорово. Итак, поехали. Первое, что покажу, это вот такие гольфы тепленькие. Взяла Ксюши. Шерстяные. Размер 32-34, шерстяные носки. Шерсть 70%, акрил 20, полиамид 10. Были в двух расцветочках. Выбрали вот такую. Хотя дома тепло, но все равно иногда хочется походить, знаете, в таких шерстяных уютных носочках. Вот какие они длинные. Ксюша примерит, обязательно покажем. Так, открепляем этикеточку. Они такие прям плотные-плотные. То есть вот если у вас дома холодно, вам будет тепло. В таких однозначно. Вот такие вот они длинные. Вот такой принт здесь у нас кто? Я не пойму. Котик, что ли? Ну, тематически, да, год тигра. Или белочка. Больше похож на котика. Внутри, ну, как обычно, все шерстяные носки. И такие они прям длинные и теплые. Для зимней фотосессии возле елочки в таких носочках, в каком-нибудь костюмчике, таком новогоднем, зимнем, вообще здорово. Следующее, что взяла, это трикотажная простынь. Я вам уже говорила много раз, что я их очень люблю. И это самый удобный формат простыни для дома просто. Она не сползает, она как натянешь ее, так и сидит. Поэтому это мега удобно, я их просто обожаю. Взяла вот в таком вот розовом оттенке, потому что есть такие комплекты белья. И к ним как раз подходит вот этот цвет. У меня 140 на 200 на 20 размер. Стоят они бюджетно. Пользоваться ими можно бесконечное количество раз, выдерживают огромное количество стирок, то есть, ну, вообще, износы стойки, с ним ничего не случается. Это, кстати, Натали 37 у нас простынь. Вот. Вот такая вот простынь, она на резинке, она хорошо фиксируется и на кроватях, и на диванах, поэтому к ним нареканий никаких нет, это просто очень удобно. Резинка по всему периметру, натягиваете и, как говорится, бед не знаете. Следующая, это футболка детская, Дюшес. Она, конечно, не красная. Я думала, она будет покраснее. Нам на физкультуру наш класс ходит в красных футболках Ксюша. В размере 36. Ну, я думаю, можно, в принципе, будет или в такой, ну, или дом погонять. Размер 36, футболка детская, материал кулирка. 100% ХБ. Цвет лиловый. Ну, вот он, я бы сказала, малиновый. Он малиновый. Я думала, будет она покраснее как-то. А он такой малиновый. Вот такая футболочка, обычная стандартная футболка, хорошо прошита, хорошо отделана горловина. Это у нас что за магазин? Ну, магазин у нас Дом Трик, а производитель Lovetex Store. Трикотаж с любовью. Обработано очень хорошо. Рукавчик подшит, низ подшит. Ксюша, потом нарядим, все посмотрим. Следующий, это комбинезон детский, это крестюшки. Очень красивый комбинезон. Хорошо, что магазин ивановского трикотажа пополняются ассортиментом для малышей. Ценно. Хлопок. И качество замечательное. Комбинезон детский, цвет коричневый. Вот так он выглядит в упаковке. Это у нас размер 74. Я взяла сейчас ходить, да. И 100% хлопок, естественно. Что как бы для детей и нужно. Сейчас с вами откроем и посмотрим. Очень симпатичный комбезик. Он достаточно теплый. Он у нас с флисом. С флисом, точно. Здесь где-то указано. Я помню, что я заказывала теплый. Он с флисом. То есть его можно пододевать, гулять на улицу вполне себе. Одежда для детей гам. Смотрите, какой классный мишка, этикеточка. Вот так он выглядит. Он с ножками. Я люблю комбинезоны с ножками. Это очень удобно. Носки не одевать, ничего. Вот видите, здесь начесик такой есть. Небольшой начесик на комбезе. Так. Ну, красота. Здоровский вообще. Вот как раз нам сейчас, может быть, небольшой запас будет. Ходить в нем вообще замечательно. Очень симпатичный. Хорошо выполнена горловина. Никаких лишних этикеток внутри нет. Вот это вот я не люблю для детей, да? Чтобы отрезать потом. Мучиться с этим. Кнопочки у нас получаются сбоку и до самого конца. Красивый такой стильненький комбез. Кнопки хорошие. Потому что это сразу видно уже, когда с миллионом костюмов таких имеешь дело, видно сразу, кнопки хорошие, кнопки добротные. И вот он внутри такой вот флис. Мягенький костюмчик, здоровский, тепленький, вообще красота и стильненький. Следующее взяла тапки, тапки мужу. Так, тапки Бруклин, размер 44-45, самый большой у нас размер 45.
И что? И ничего. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Тапок не сильно большой выбор, а жалко. Но, тем не менее, они есть. Есть из чего выбрать. Обычные домашние тапки. Вот так они выглядят. Вот здесь они прям такие мягенькие. Поролончик, наверное, внутри. Подошва достаточно жесткая. Такая прям вот с усилием сминается. Глубокие, мягенькие. Здесь мягенькие. Обычные хорошие тапочки. Как бы все здорово. Такой вот принт. Бруклин. Следующее. Заказала прихватки. Прихватки такие серенькие, ну, под цвет кухни. А Мариса на набор прихваток. 2 штуки рогожка. Потому что в духовке готовлю часто, прихватки нужны. Такие красивые, стильненькие. Достаточно плотненькие, жесткие. То есть на веревочке, на петелечке можно будет повесить на крючок. И вот так они выглядят. С одной стороны и с другой. Красивые, стильненькие прихватки. Можно на них что-то поставить. Здорово. Следующий лот. Взяла колготки. Ксюша, очень интересные, кстати, красивые колготки. Престиж, цвет белый, рост 140-146, 74 хлопок, 24 пара, 2 эластана. Сейчас покажу, как они выглядят. Это подростковая коллекция. Много раз уже брала такие колготки. Дешево, сердито и качественно. Носится прекрасно тоже, как бы с этим все замечательно. Они интересные. Они двухцветные. Сейчас покажу. Ходить в школу под платье. Они достаточно тепленькие, это хорошо. Они вверху, то есть внизу черные, а вверху белые. Обычные колготки, 2 полоски сзади, 1 спереди. И смотрите, а внизу они вот такие вот черненькие. Ну, то есть так достаточно интересно. Темное платье, из-под него будут выглядывать белые колготки. И вот с черным, смотрите, как красиво ткань состыкована, да, вместе. Здорово. Никаких принтов здесь, ничего больше нет. Вот такие вот интересные колготочки. Задумка классная, мне прям понравилось. И они достаточно тепленькие, то есть под штаны сейчас зимой носить вполне нормально. Следующий лот, взяла себе трусы, нашла себе трусы. Они, ну, не бюджетные, хочу сказать. Так, в размере 54, надеюсь, большие не будут. Лайкра, хлопок 8%, а хлопок 92, 8 лайкра. Черные, сейчас покажу. Симпатичные были. Так. Ну, не думаю, что будут сильно велики. Мне кажется, они слегка маломерки. Это не 54, я бы сказала 52. Нормально. Нормально, свободненько. Это Натали. У нас такая красивая прозрачная этикеточка внутри с кружевом. Вот такие вот обычные. По дому рассекать. Хлопок. Здорово, мне кажется, будет удобненько. Удобненько и симпатично. Следующий продукт – это толстовка. Толстовку взяла мужу. Так, это у нас астротекстиль. Футер с начесом. Теплую сейчас носить. 54 размер. Она такая серый меланж, наверное, цвет называется правильно. Толстовка теплая с начесом, без капюшона, без всего. Просто вот такая вот серенькая толстовочка. Спереди, смотрите, принт. Такой вот крестик вышит на груди. И кармашек есть. Рукав с резинкой, с манжетой точнее. Горловина обработана хорошо. И вот здесь начес такой черный. Тепленький. Так, и внизу у нас получается с вами тоже манжета. Такой серый меланж, наверное, цвет, да. Приятная такая толстовочка. Что касается размера 54, часто вы спрашиваете у меня про размеры. У мужа у меня 52 размер. И ивановский трикотаж, он дает, во-первых, усадку при стирке, а во-вторых, чаще всего маломерит, ну, на мой взгляд, да. Вот так выглядит толстовочка, очень приятная, тактильно. Так, поехали дальше. Последнее, что покажу, это халатик. Халат взяла сестре на подарок к Новому году в размере 54. Вот такой он приятной расцветки, на молнии, тоже тепленький. А халат называется сирень, состав 100% хлопок. Сейчас с вами посмотрим и примерим. Так. Ну, он не сильно теплый, нет. Он не сильно теплый, он такой средний. Мне понравилась здесь горловина. Очень красиво на модели он смотрелся. Я сейчас померю. Такая симпатичная расцветка. Вот так сделан рукав. Манжет у нас с вами. Это Натали. Этикеточка вот она. Натали. И сейчас примерим, посмотрим. Молния хорошая, такая добротная. Не хлипкая. Сейчас прям вот так.
Размер 54. Но это тоже где-то, мне кажется, 52. Приятный тонкий халатик. Длина у него, наверное, будет до колена. Вот такая вот симпатичная горловина. Я прям на футболку. Видите? Есть кармашки. Сейчас вам все покажу. Вот они, кармашки. И длина до колена. До колена. Рукавчик симпатичный. Ну, красивый халатик. Вот футболка все портит. Надо было снять. Красивый такой халатик. Он смотрится за счет вот этого вот именно выреза. Очень интересно. Пониже вам сейчас покажу длину. Вот, до колена, видите? Очень симпатичненько. Да? И прям вот он даже, вот когда его одеваешь, он смотрится гораздо лучше, чем в упаковке. Вот именно за счет своего такого кроя. Да. Надо было и себе такой брать. Смотрите, как здорово колготки смотрятся. Вот видите, как черная гольфка выглядывает, белая такая. Да, дальше белая часть. Тебе нравятся такие колготушки? Нет. Да, прикольные, правда? Это внутри как будто черная, а тут как будто беленькие, да. Здорово. Ну, красота? Да. Говорит, что колючие. Но все равно прикольные. Смотрите, какие досочки. Мне так нравится. Ну, колючие, шерсть всегда колючая. Что ты хочешь? Мы с кондиционером постираем, но в режиме шерсти они будут мягенькие. Вот футболочка 146 уже впритык. Растем. Уже надо 152 брать, наверное. Ну, она маломерит, мне кажется, на размер. Но гольфы вообще прикольные. Классно. Мне так нравится такая милаха. Ты моя милаха? Скажите что-нибудь. Всем пока. Да. Ссылки оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь. Также по ссылочкам приходите, смотрите актуальные цены. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.